Приветствую вас, и вам нужно ответить себе на несколько вопросов. Первый вопрос заключается в том, с какого момента у вас началось это самое депрессивное состояние. То есть, какие обстоятельства повлияли на его возникновение. Какие внешние условия стали причиной того, что у вас появилось такое состояние. Второй вопрос, на который вам нужно ответить, заключается в том, почему вы сами не можете с этим состоянием справиться. Дело в том, что при депрессивном состоянии у человека имеются негативные установки. И эти негативные установки мешают ему мыслить логически, мыслить конструктивно и так далее. Если вам это, значит, если у вас не получается это, если вы не можете так сделать, то вам что-то мешает. И вот понять, что мешает, как раз таки и нужно. Нужно понять, что не дает вам мыслить логически, что не дает вам мыслить правильно, что не дает вам успешно справиться со своей проблемой. Потому что есть такое мнение, достаточно ошибочное, мнение довольно-таки ошибочное, мнение заблуждение, согласно которому человек, который находится в депрессивном состоянии, он не может, значит, применять волю для того, чтобы решить свои проблемы, не может принимать никаких решений. Но в действительности человек может быть и может применять принимать решение, но тогда, значит, ему все равно продолжает что-то мешать. И вот вам нужно понять, какие у вас препятствия на пути к конструктивному мышлению и их устранить. И это именно то, что вам нужно прорабатывать со специалистом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше.